Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я Салимов Ленар Наилович, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредит Казанского инновационного университета. Представляю магистерскую программу «Поведенческая экономика», цель которой заключается в формировании навыков исследования парадоксов поведения клиентов в момент покупки товаров, работ и услуг. Программа «Поведенческая экономика» – это результат сотрудничества специалистов из разных областей наук. В частности, дисциплина нейромаркетинг – это синтез передовых достижений маркетинга, когнитивной психологии, нейрофизиологии. Другой показательный пример – это дисциплина поведенческие финансы, в которой сочетаются достижения финансовой и психологической наук. До начала изучения специфических аспектов поведенческой экономики магистранты приобретают навыки, необходимые для формирования научно-исследовательской группы. В частности, все магистранты регистрируются в таких международных социальных сетях, как Google Академия, ResearchGate, для обмена мнениями с учеными всего мира и выявления мировых трендов в контексте темы исследования. Магистранты приобретают следующие профессиональные навыки. Во-первых, навыки сбора, обработки и анализа больших данных. Магистрант умеет извлекать количественные и качественные данные и синтезировать их для исследования парадоксов и рационального экономического поведения. Для эконометрического моделирования магистранты используют специализированные пакеты с открытым исходным кодом, в частности Gretel. Для нейросетевого моделирования лаборатория машинного обучения оснащена мощными видеокартами. Все магистранты участвуют в полевых исследованиях. Мы не можем себе позволить анализировать только официальную статистику. Чтобы быть конкурентоспособными, мы сами добываем исходные данные. Все магистранты имеют навыки экспресс-тестирования гипотез, используя прежде всего веб-сервисы и программирование на этапе формирования массива исходных данных. Во-вторых, магистранты приобретают навыки продвижения финансовых продуктов на рынке. Мы прогнозируем повышенный спрос на организацию эксклюзивного обслуживания клиентов в контексте развития стратегии Blue Ocean, поэтому развиваем необходимые навыки, используя в частности конструкторы сайтов. Благодаря навыкам тестирования веб-приложений в контексте так называемой юзабилити, магистранты разрабатывают рекомендации по улучшению веб-дизайна и оценивают экономический эффект от своих предложений. Сегодня магистранты проявляют особый интерес к такому исследовательскому проекту, как «Зеленые финансы», в контексте достижений поведенческой экономики. Эти и другие проекты ждут вас. Магистерская программа «Поведенческая экономика» ждет вас.